Най-най-най-най-най-най. А вы тоже становились мечом и вас пинали в сквад. Жиза, да? Лёня, готовься, мы тебя сейчас отпинаем, нахуй. Бля, можно и не заходя в папу тебя отпинать. Лёня, лох. Да, нихуя диета, блядь. Мы его, блядь, каждый день, сука, кормим, нахуй. Это чё за хуйня? А, это трудно, блядь, убери, нахуй убери, блядь. Эпическая нахуй. Какие нахуй находки, блядь, я чё делал, нахуй? А? Закладки искал, что ли? Что? Тебя, нихуя там песок по форме, хуя застыл. Чирил. Заебат. Я готов, давай, Лёня, туси. О, смотри. Я скромная ламповая няша. Люблю играть в игры. А ещё я очень люблю долбиться в задницу. Это чё за хуйня? Туда его! Эй, он плавать должен, еблан! Ты куда летишь? О, вижу, нихуя тут, блядь, футбольчик, мальчикам похуй. Оружия нету! Чего? Иди нахуй! Нихуя ты мячик! Ебать, он мячик! Ну, блядь, я иду, блядь! Блядь! А, это Лёня, нихуя! Стой! Здорово, футболист! Блядь! Так, я вижу долбоёба какого-то, подожди! Его сейчас... Так, там откуда-то... А. Вот, бежит! На нахуй, въебасос, блядь. О, нихуя, мячик! На, по жопе! Только тихонько... Я нихуя, ты куда полетел? А, понял. Очочек. О! Очконавтом буду. Ба. Ебать! Очко нацепил такой крутой. Блядь, меня мячиком уебало. Давай, давай, давай. Нихуя ты, блядь! Смотри, нахуй. На! О, ебать, ты присел, ебать. Ебать, гол! На! Что тебе надо? О, смотри. О, удар! Давай. На-на! Стой смирно, блядь. На, въебало. Как пиздану? Не! Пиздуй. Ай, блядь. Ебать, он отлетел. Так, куда тебя захуйнуть сейчас? Куда подальше? Взял мяч. Ебать, он меня отбросил. Да? Сука, на, блядь, твоими же собратьями мелкими. Пиздуй, куда подальше. Ой, можно. Стой. Блять, встань, короче, знаешь, как вот сюда вот так вот встань. Стой, давай я его буду вот туда направлять. Зона, блядь! Все, выбиваемся! Водила, привет! Я по карте... Ладно, похуй, похуй, едем в зону славы. Где тормоза? Лёня, прости, но мы вынуждены... Глеб, уйди нахуй. Я могу коктейльчиком добавить. Пососи. Лёня, горящий уёбок! Мы зафиксировали, блять. Пизда. О, нахуй, сейчас собью! Блять. Давай, ебаши. Давай. Сука, давай. Нахуй ты пистолет, ну, блядус взял. Его, давай. Давай. Хру. О, облегчение жопы. Стой, подожди-ка. Че, дерево добываешь, что ли? Чел, ты игру перепутал. Ебать, стреляет Глеб. Да, я слышал, я не знаю, они откуда по нам мне... попали. Да, я слышал, по мотику, мне похуй. Ебать, у Глеба там флешбеки нахуй. Вьетнамские, блядь. Мне похуй. Ебать. Ебать ты, Глеб. Какое небо красивое. Ебать блики. Ебать нахуй. Охуеть, блядь. Дрочить не встать. Блядь. Охуенно, блядь. Блядь. Топ 10. Блядь. Смертей пранкеров, блядь. Дорогая мою, дай мне. Да, Глеб? Слышу знакомую речь, вижу Настя, облик твой. Пожалуйста. Ну почему ты такой долбоёб? Оп! Мячик. Я тебя сейчас отпинаю, нахуй. Винкс. Только вместе мы. Короче, смотри, предлагаю такую дичь. Уебать, доплывешь, нихуя доплывешь, нихуя не доплывешь. Аккуратно. Ебаш! Раз, два, три, пошел. У, я как раз на этот на дроп. Ебать, граната. Граната! Ёб твою мать! Бля, нахуй я дебил на дроп бегу, ёбаный в рот, там шар хуярит какой-то. Там целый сквад, блядь, открыть. Блядь! Ёбунчий аксилиометр! У нас остался вас, только блядь. Один член клана, ну то есть два. Люди покинул вас. Кида! Ух, ебать, блядь. Чисто в парк пришел, короче, в городской. Паркуришь такой мелкий, блядь, трехлетний долбоёб. Садишься на нее, представляешь, что это твой огромный железный друг. Как стрельнешь, блядь? Ебать, я звоню. Блин, прими, ты у нас будешь ответить. Кирюха уже перешел в звонок, и у него свернулась игра, а я отвлекся, когда поворачиваюсь обратно, просто вижу, как улетает это сообщение. Надо сказать Кирюхе, что у нас проблемы. Бля, Кирюха, у нас проблемы. Заебись! Кирюха, блядь, мы падаем. Понятно. Не сможешь привезти, если что? Долбоёб! Утонешь, нахуй! А ты нахуй на воду улетел? Это не я, блядь, я за ним следу. Все, Кирюха закончил разговор с родителями.
Ты что, блядь? Это не я! У меня не принялось. Он, я за тобой, короче, следовал. Что делать будем? Это пиздец, Глеб. Альтернативный сюжет PUBG, ёпта. Белая ночь опустилась, как облако. Я слышу музыку, походу сочинские курорты. Я вижу пляж, плывем туда. Нам надо на землю, блядь, на твердую. Я уже устал плыть, заебался, ёбаный в рот. Зато 68, 67 выживших уже. Я вылез по большому каменному члену. Ой, сейчас мы наблюдаем, как какой-то дебил на пляже ищет закладку. Но тут камни, тут ее не закопают, он об этом не понял еще, походу. Блять, он смотрит. Он меня залез! Бежим! Он бежит за моей жопой! А, нет, он развернулся. Фух. Продолжаем следить. Встреча с закладчиком, значит. Ёбаный в рот! Блять! А, это ты, ёбаный в рот. Ты же не представляешь. Я думал, нахуй обстреливают уже. Что? А, бот? Ты понимаешь, что нам... Он сзади вообще. Давай захуй. Ой, блядь, слева кто-то... этот. Блядь, за деревом! Вон, смотри, долбоёб, он нам за деревом. Во-во-во-во. Блядь, если он меня сейчас не заскалит. Он... У тебя очень мало хп. Похуй, бежим дальше. Блядь, хуй ты там с ним, блядь, делаешь? Сука, у тебя хп нету, нахуя ты? Беги, блядь, оттуда. Ты он его убьёт. Сука. А где возрождалка? Опа, опа, пушечки, более утоляющие. Патрончики, мальчики походят на военных. Кирюха, я тебя вытащу нахуй с того света. Спасай, блядь. Сосай. Ой. Бежим. Оп, оп. Я смотрю, блядь, это окошко. Просто вижу его нахуй. Собираюсь нажать, тянусь пальцем, оно просто съебывается и все. А ты уже с батей общался. Нихуя себе лес выгоревший. Ебать, как красиво. Вау, it's very nice. Возвратить. Алло. Подергал, блядь. Алло, ну как там с Кирюхой? Давай, возвращай. Игрок возвращен. И моя первая мысль. О, Кирюха. О, блять, это не ты, сука, башмак ебучий. Хорош. О, Скар дал мне. Да-да. Что-то типа Мосины, блять, с прицельчиком, походу. А, не, нихуя. Ты слышал? Да, какой-то выстрел. Ой, ебать, по карте же. Шаги. Кто-то. Блять, стой, сейчас я второй наушник надену. Ой, ща. Посмотрю, что там у челика с головой. Нихуя тут у меня, спасибо, блять. Самое то. Мне кажется, или ты охуел? Что за хуй там? А, блять, это забор. Я думал, кто-то ствол свой выставил на обозрение. Зацените мою волыну, блять. Прыжки высокие. Кстати. Опа. Покатили. Прыги тоже. Ебашим. А, тут нельзя, типа, зажать. Два раза можно. О, а если я на Кирюху запрыгну, а Кирюха тоже прыгнет. Давай. Тормози. О, нихуя! Ебаный рэд! Ебать! Как я вас такой, я тебе вам такой нафиг пришлю! Этот, блядь, скричеры дикие, ебучие. Сейчас, 3, 2, 1, давай! Ебать! Нихуёво так! Итак, замер максималки мяча 52, блядь. Сейчас захуярю тебя, выходи. По добру, по здорову, блядь. Задавлю! Ой, блядь. Плохо. Сука, 12 выживших, ёбаный в рот. Мы хуйнёй маемся, блядь. Пью. Пью. Эх, почти. Супер. Ёбаная крыша, что ж с тобой не так? По хуям выровнялся. Убирать, давай, полетел. Пиздуй отсюда, братец. Блядь, теперь за тобой бежать. 160 нахуй лечу. Я так понимаю, на луте вообще никого. 8 выживших, ёбаный в рот. Чем мы страдаем? О, баги едет за домом. Да. Я бутсы нашел, Глеб. Съёбывай. Я ползу, я бегу. Резкий этот свист, вот этот звон в ушах. Дозор Леопольд пиздит там всех направо и налево. После Яшки Кирюша сейчас будет. Посмотрите на него. Он уже началась туса. Уже. Нихуя ты телепортун. Чисто это, дали, короче, примерить кроссовочки в магазине. Они не показываются. Ладно, дали кроссовки в магазине примерить, ты такой, ща, подождите. И посъёбом. О, дропчик. Ебать у них! Я таких богатств всю катку не видел. Ебать, по мне какая-то хуйня летит, по-моему. Что-то промелькнуло сейчас. А, это ты, блядь, бегаешь, что ли? А, по мне тут хуярят до сих пор, походу. Пизду. Нихуя. Блять, почти. Охуенно.
Мне кажется, я вообще все нахуй удалю, потому что они орали и бегали, блять, всю катку. Все катки. Мы что-то говорим, а на заднем фоне. Детки. Охуенная игра, блять. Все это, кстати, я записал еще на Самсунге, и пару каток вперед тоже будет на Самсунге записано. Ну а пока что челик, которому я что-то дал, уже сам не помню на монтаже, но он мне хочет вернуть долг. Долг я верну. На тебе 12. Ну бери быстро, я тебе не жалко мне, не жалко, забирай. Хочешь икс шестой прицел, хочешь дать? Это нет? Скажи на чате, нет? А, понял, а гранату? А за, чека, энергетик? На, это за... Третьего помог. А, да, вспомнил, он наградил за то, что я вообще другого челика поднял. Долг я верну. Уи! Приятный чел, позитивный. Ого! Ты как поднялся? Я не могу! Не понял! Я хочу снова. А как ты поднялся, скажи? А, ты... А я думал, ты стрибал. Тут стрибаешь. А, ты... Давай, у меня тачка есть, тачка есть. Второй, пожалуйста, помоги, тут и люди у меня, люди. За Донбасс, за Донбасс. Help. Да что за фигня? Нахуй, не, блядь, сука ебанская, дебили, блин. Твари, блин. Я бегу мстить за этого пацанчика. 2-3, капец, их там трое бегут, а как мне с ними разобраться-то? А, блин, зона, смотрите, как летит эта жопа какая-то, она, походу, их сейчас накроет, надо валить. А, пока я бежал, 10 человек выкосилось. Ах, бляха. Рома, ты маме сначала объясни ситуацию нормально, а потом, чтобы она понимала, что вообще происходит. Так, все, валим отсюда. А у меня ни разу в жизни беспроводных не было. Плакать сейчас начну. А у тебя 8 пар, блядь, было нахрен. Нету. Ёб трое, что за машина, блядь? Мощный двигатель, Bugatti Veyron. Да, сильно быстро нужно, конечно. Вот можно на этом домике припарковаться. Потусить. Вот здесь можно потусить. Роман, ты играться долго будешь? Закрывай эту фигню. Она тебе не понадобится в жизни, поверь мне. Гонщик нелегальный. Видишь, прости, в гости. Чё по пингу вообще? Я просто на одном месте лечу, это капец какой-то. И это, кстати, уже начинается запись с нового телефона. Вы посмотрите, что это? Чел, чувак, запрыгивай давай в окно. Да я уже 2 минуты пытаюсь запрыгнуть в окно, серьезно, я просто не Что? Вот нет, нормально, и тут начинается какая-нибудь катка с жестким прям пингом. Это чё, вот дверь не открывается? И в окно не хочет вы... О-о-о-о, наконец-то. Погнали отсюда. И дверь открылась, ха-ха-ха. А, причем по интернету-то все нормально. Откройте, это подарки от Эльдорадо. Да я сейчас дверь выбью. О, а то сзади меня сейчас накидают. Так, опа, челик, тихо. Резкость за дерево, да. Готов. Это у меня вообще первая катка на поко и капец плавность. Причем я для разогревчика еще 60 FPS даже не поставил. 120 играть я не буду, потому что 60 это и так капец уже, как много. Опа, это что за фигня белая? На момент игры я думал, что эта фигня вообще через дом перелетела, а это оказывается снегоход, с которого спрыгнули 2 челика. У меня вообще была первая очень странная мысль, что это какой-то олень, которого подорвали на другом конце карты, и он прилетел сюда. Чисто восприятие PUBG от Чапузика. Сейчас будем рашить, надеюсь, я выживу. Да блин, притык к подоконнику пушкой уперся, и она убралась, собака. Так, тихо, там еще один. Опа. На. Сготать.
же вам говорил, что у меня иногда в PUBG дичайший пинг. В общем, сваливал я от зоны через всю карту пешком. 10 раз чуть не умер, нашел наконец-то пикап, и что-то он себя очень странно начинает вести. Да ну не, это мясо какое-то, я сейчас лучше выйду тут и дальше пешком побегу. Алло, я выйти не могу! Брат, братан, братишка, когда меня отпустят? Бля, накурили меня спайсом, но хейтеры, суки, лидеры. Отпусти, отпусти меня, ебучий спайс. Прошу тебя, ведь я ни в чем не виноват. О нет, отпусти, отпусти меня, ебучий спайс. Сука, ведь я ни в чем не виноват. Бедная сраная клуб, сраная клуб. Мне кажется, я не крапнет по сраному, а сраная сраная клуб. Вновь катка с Кирюхой. И сегодня мы с Глебом пойдем искать Слендермена настоящего. Глеб, нам пизда. Ебать, что за массовка? Ёб твою мать! Он вообще нулевый, ему один патрон попади, он умрет. Глеб, попади. Да, во-первых, я не мог общаться с Кирюхой, потому что у меня было много часов ночи, а во-вторых, М4А1 самое худшее оружие в PUBG, по моему мнению, из винтовок. А если есть аптечка, еще будет лучше. Нихуя, киберкотлета, блядь. Десантура, ВДВ пошел. Три самых главных правила PUBG. Первое правило. Всегда держи хаешку в кармане, понял? Не, в натуре кто-то бегает, я не пойму где. Так где он? Он меня уже надоел. В спине, блядь, был пидорас. Месси, Месси, ара, Месси, Месси, Месси. Тяжело, тяжело. Фулл самолет, о, нихуя себе. Районный прокурор. Прикал, спеки с портфелем. Дядя. Вот это выгодный обмен. Я тебе зеленый пистолетик, а ты мне вот этого. Опа. Нихуя ты переоделся. На. Так. Что у нас тут? О, не против, если я АВМ возьму? Ну, не грусти ты так, Глеб. Чё? Ты как через меня прошел? Поворачивайся ко мне. Первое правило пабгера. Всегда держи хаешку при себе. Что ты головой мотаешь? Блять, повторяется прошлая катка, я ебал. Кстати, на. Пойдем шашлик мутить? Пойдем? Let's go! Там второй шашлик идет. Второе правило пабгера. Всегда закрывай за собой дверь. А третье правило пабгера, знаешь какое? Да, снова все начинает жестко пинговать. Кирюха уже выбежал через окошко на улицу, я только вылез, смотрю, он на втором этаже уже. Я пытаюсь залезть обратно, нифига не получается. Думаю, ладно, по улице пошарюсь, и тут меня тпхает внутрь дома. Я замечаю врага. Откуда он стреляет? Через окно не пускает, через дверь не пускает, капец какой-то. Тут хоть один хп много чего решает. Ауф. Глеб, Глеб, погнали. Тест-драйв. Так вот руль лево-право делаешь, спина болеть не будет. Давай-давай, только быстрее. Кстати, вы это, наверное, сейчас заметите, на Poco X3 у меня трехкратный прицел на любом оружии почему-то ведет влево автоматически. Его потихоньку тянет влево, и когда ты долго целишься или очень далеко, то это капец как мешает. Блять. Это тебе не тест-драйв с ним, Игорь. Это война. Для меня трехкратный прицел самый удобный, особенно на калаш и на каракине. Но реально, вы видите просто, как его тянет влево. И с гироскопом, и на других прицелах все нормально. Прикиньте, как неудобно выцеливать челиков на 350 метров, когда у тебя прицел просто едет постоянно.
Sen de kiren ki başlayan kim başlıyorsan ameliyat iş görmeye. Добро пожаловать. Здорово, 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 пацаны. Чё, как дела твои? Всем салам алейкум. Здорово, здорово, как дела? Братучи. Салам алейкум. Как у вас там, брат, пацаны, нормально? Общаться, привет, не надо. Идите нахуй. О, один грубиян нашёлся, думаю, неужели все такие нормальные пацаны? Иди нахуй. О, по ходу монтажика накопилось ещё пара случаев с пингом. Пока с Кирюхой ждали, пока подключится Лёня, решили каточку вдвоём катнуть. Судя по всему, Кирюху настигли какие-то очень важные дела, и он ушёл в ФК. И было бы пофигу, если бы мы играли просто вдвоём, но... В субботу, мне кажется, нас особо ебать не будут. Ой, так, блядь, не тот фрагмент. Блядь, блядь. А чё третий, блядь? Пиздец, давай! Кирюха, ты где? Эту бутылку шампанское. Как отъебнула эта хуйня? Пробка? Да, вообще охуел. Спасибо, что не въебало. Бля, как нас слушают люди. Вот бежит на Кирюху, у меня оружия даже нету. Ебать, бля. Ебучий интернет, нахуй. Бля, где такое оружие, он бежит? Да сука, ебище, бля, Глеб, ебашь его нахуй. Бля, Глеб, блядь. Ебашь, бля, ебашь, Глеб. Бля, Глеб, хуярь его. Ау. Он там играет. Он хуярит. Это он с нами в PUBG не играет, не понял. А, я... Кажется, я начал понимать этот шортс. Не сегодня, нытик. Чё за... Ладно, чё. Ну, а теперь... Спокиноки! Серьёзно? Что за конченая пуколка, ёлка? Пизда. Да з***л. Пизда. Да ёб твою мать! Что? У меня нет патрон, блин. У кого они есть? А кому сейчас легко? Илья. Ты смотрел Дисней Моргенштерн? Как Оксимирон его разъебал и закопал. Говно, залупа, финиш, давалка, хуй, блядина, головка, шлюха, жопа, член, еблан, петух, мудила, шлюха, жопа, молодья, хуй, еблан, давалка, финиш, член, пердун, еблан, петух, головка. Оксимирон топчик, да. Ес, хоть кто-то со мной согласен. Не знаю, как можно этого отсталого Моргенштерна слушать, конечно. Морген как человек, по-моему, нормальный, просто немного долбанутый, как и мы все. Ну вот песни, да, вообще, ну такое. Он тебя подлетел, что ты... Чтобы я его возродила? Город под подушкой Путина. Бля. Бля, да. Это легендарная хуйня. I'm recalling a teammate. Thanks. Настюша, пизда мне. Кирюха, что-то твой не возрождается. Да, во-первых, мы возродились одновременно, во-вторых, Кирюха опять то ли отошел, то ли у него снова интернет навернулся. Как видите, из-за пинга его жестко плющит. Я, наверное, когда пингую, выгляжу так же. Я сейчас напьянюсь. И буду разносить кота. Мне пизда. Блядь, ну боже. А ты, сука, блядь, Елена! Help! Попадание есть, хитов нету. Это что значит правильно пинг? Потому что там уже все. Готовлю снизу. Ой, блядь. Все пизда, нахрен команда. Ебанько. Mark the location. Кирилл, возроди, но. А вы что за пиво пьете? Не, сука, сука!
Ну, это просто 4 пальца было. 4? 4? И почему с девчонками в любой игре играть интереснее? Аллилуйя! Аллилуйя! Пошив, пап, долбоёб, я тебя ебал в рот. Заходи быстрее, разъебём мы весь народ. Ты же еблан, сука, тупой, спинком играешь, блядь. Мне приходится от тебя каждые 5 минут спасать. Ну вы красивые, конечно. Вот она, команда мечты. Кто первый сдох, тот лох. Кирилл! Кирилл! Всё. Смотри, пока возможность есть. Опять интернет. Ты что с интернетом, блять, а? Ебучий пин. Давайте в русскую рулетку поиграем, пацаны. 600 с хуем, да. Кирилл! Кирилл! Да ты, блядь, тихо, лёй. Всё. Есть. Тихи. Блядь, дебил. Блядь. Скорее захилься, блядь. Давай. Всё. Забей, забей. Бургер кинь говно. Бургер кинь говно. Бургер кинь говно. Ну где Глеба просрали? Он походу понял то, что, короче, если он с нами прыгнет, то он сдохнет. В чём ты столько же живёт, Кирилл? Давай, Кирилл. Ты можешь. Нормально. Откуда? Глеб живой? Живой. Это плохо. Что я забрал? Сзади, сзади, сзади! Блять, скинь его, он сейчас сдохнет. Кирилл, слышишь? Угу. Он тут весело. Добро пожаловать на кровавую, а я нет. Просто изи. Папа, нам на. А вон, слышу. What the fuck is this piece of shit? Сука! Чё ты, блядь, не такой? What the fuck is this? А, Эрмали! Ёбана в рот! Армения, ёбана в рот! Армения, красавчики, я топ-самолёт, а кто-то против имеет или что, я не понял. Ну, сосёшь, чего ебаная, нахуй, завались в рот, вонючий, ну, сука, ебучая. Твоя мать, канарик, пидорас, вонючий, закрой свои ебалочки. I got supplies. Help!
Всем спасибо за просмотр, всем удачи, им пока!